Чтобы всегда оставаться на связи, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Уникальные кадры закулисья и самые актуальные новости. Ссылка в описании. After five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. Salvador D'Amato scores the contest 48-47, Sterling. Christopher Lee scores it 48-47, Jan. And Alicia Rodriguez scores the contest 48-47 for the winner by split decision. And now, the undisputed UFC bantamweight champion of the world, Aljamain Buckmaster! Я с победителем Алджимейном Стерлингом. Алджо, в этот раз ты взял его заслуженно. О, боже мой. Я знаю, что перед этим боем все во мне сомневались. Люди списывали меня со счетов после прошлого боя, но я говорил вам, что это была ошибка. У меня был очень жесткий оппонент Петр Ян. Он опасен, он всегда выходит биться. И, блин, он заставил меня поработать, надрал мне задницу в четвертом и пятом, но... В этом вся прелесть бойцовской игры. И Вегас-букмекеры, которые списывают меня со счетов. Продолжайте делать это, потому что так на Лонг-Айленде все чертовски разбогатеют. Так-то, мать вашу. Алджимейн, все изменилось. Алджимейн, все изменилось после второго раунда. Как только ты перевел его, ты забрал его спину... Долго контролировал его. Это полностью изменило темп боя. Был ли ты уверен, что забрал первый раунд? Потому что второй и третий были очевидно за тобой. Первый был близким, но я думал, что перебил его. Да, он давил, но, по-моему, давление без ударов почти ничего не стоит. И я хочу сказать еще кое-что. Йоу, 50 Cent, пояс у меня. Зови меня в следующий Power Universe. Я очень хороший актер, как все это прекрасно знают. Жду своей следующей актерской роли, потому что этого мне мало. И Алджо, и Ти-Джей Дилла-Шоу, где ты, мать твою, ты следующий? Это был мой следующий вопрос. То есть очевидно, что следующий бой ты хочешь провести с Ти-Джеем. 100% Ти-Джей Игла-Шоу, Ти-Джей Допинг-Шоу. Ти-Джей, как бы тебя там ни звали. Готовься, скоро я с тобой разберусь, ублюдок. Алджо, поздравляем тебя со становлением неоспоримым чемпионом легчайшего дивизиона UFC. Алджимейн Стерлинг, леди и джентльмены. И я с Петром Яном. Петр, по окончании поединка, думал ли ты, что сделал достаточно для победы? Я считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали. А если разобрать по раундам? Как думаешь, какие раунды ты выиграл? Ты однозначно забрал четвертый и пятый. И, по сути, под вопросом оставался только первый раунд. Ты согласен с этим? Я согласен с вами. Я считаю, что я выиграл 3 раунда из 5. То есть ты думаешь, что забрал первый, четвертый, пятый и выиграл бой. В любом случае, это был очень близкий бой. Спасибо. Это был отличный бой. Надеемся, еще увидим тебя в поединке за титул. Джо Роган, я хочу рематч. Я хочу рематч. Я выиграл первый раунд. И затем еще 2 раунда, ребят. 4-й и 5-й раунды за мной. Я хочу рематч. Спасибо. Петр Ян, леди и джентльмены.